44-летняя Шарлиз Терон, Чарлиза Терон, порадовала поклонников редким выходом. Несмотря на то, что в США по-прежнему ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, звезда отважилась совершить вылазку за продуктами. Актриса соблюдает карантин, не покидая пределы своего особняка, где она постоянно находится вместе с детьми. Если раньше Шарлиз пользовалась услугами доставки, то на этот раз решилась сама купить продукты. Судя по объему тележек, звезда Голливуда не скоро в следующий раз отправится в магазин. Шарлиз тщательно подготовилась к выходу и позаботилась о соблюдении всех мер предосторожности. Актриса надела респираторную маску и плотные резиновые перчатки. С этим средствами индивидуальной защиты она не расставалась даже на парковке у супермаркета в Беверли-Хиллз. Шарлиз выбрала удобный образ в повседневном стиле. Папарацци запечатлели актрису в лаконичном топе и облегающих серых леггинсах, которые подчеркнули ее стройные формы. Знаменитость явно не забывает заниматься спортом на карантине, потому что ее фигура была идеальной, как всегда. Недавно Шарлиз Терон пожертвовала $1 миллион пострадавшим от насилия и пандемии. Актриса приняла доставку еды в необычном образе. Звезда пожаловалась на сложности материнства.